На телеканале «Кубань-24» продолжается тема дня. Спасибо, что вы с нами. В нашем крае на сегодняшний день собрали около 80 тысяч тонн бахчевых культур. В этом году арбузами, дынями и тыквой было засеяно почти 10 тысяч гектаров. И 70% той территории занято сортами кубанской селекции, которые вывели ученые НИИ РИСА. Как рассказали в региональном Минсельхозе, увеличение посевной площади связано с высоким спросом. Уже очевидно, что благодаря хорошей погоде урожай бахчевых культур 2019 года будет выше прошлогоднего. По данным продовольственной и сельхозхозяйственной организации ООН, Россия входит в десятку ведущих производителей арбузов с урожаем свыше 1,5 миллиона тонн в год. Примерно столько же, сколько выращивают в Узбекистане и США. Основными импортерами российских бахчевых являются прибалтийские страны, Белоруссия и Монголия. В студии у нас заведующий лабораторией бахчевых и луковых культур Всероссийского НИИ РИСА Виктор Лосько. Виктор Эдуардович, здравствуйте. Здравствуйте. То есть получается, та погода, которая не очень хорошая для отдыхающих, она очень хорошая для бахчевых, так? Да, достаточно влаги, растение не испытывало стресса. Вот был момент, когда в июне у нас высокие температуры, да, жарко было, конечно, они значительно повлияли там на урожай, особенно поздних сортовых гибридов. Но сейчас ситуация выравнивается потихоньку, поэтому убирают урожай и еще и будут убирать. То есть, а урожай тыквы это все еще впереди. Сейчас убирают только арбуз и дыню, да? В основном, да, арбуз, дыня и твердокорая тыква порционного размера, которая в супермаркет идет. У них период созревания там 60-65 дней. Ну, для расширения ассортимента. Ну и плюс это реклама здорового питания. Сейчас люди просят, требуют, чтобы тыква присутствовала в рационе. Да. А, то есть идеальная погода – это жарко и дождливо? Да, и достаточно воды. Если сравнивать с прошлым годом, когда был дефицит воды, конечно, кто выращивал на Богаре без орошения, те значительно не добрали урожай. А самые такие бахчевые районы у нас – это что, Темрюк, Ейск? Ну, в первую очередь, конечно, Темрюкский район. Да, там складываются так климатические условия, позволяют получать максимально высокий урожай. Ейский район при своем дефиците влаги, ну и в то же время за счет ночных дневных вот этих бризов, которые идут с моря, растения получают воду, в принципе, тоже неплохо получается. Центральная часть нашего края тоже значительные объемы выращивает бахчевых. Ну, северная и больше, конечно, сориентирована на производство тыквы, которая идет на переработку. А я вот даже видел, да, поля в Тимошевский район, прям очень много полей засеяны бахчевых. Качество почвы имеет значение, как идеальная почва для бахчевых? Ну, в принципе, культура такая будет расти практически везде. А если взять наши черноземы, потенциал у этой почвы, конечно, огромный. Но надо разумно к этому тоже подходить. Нельзя его насиловать, как говорится. Давайте посмотрим. Наш корреспондент подготовил материал о том, как у нас в крае, в Ейском районе, идет уборочная бахчевых. Давайте посмотрим материал, потом продолжим потом разговор. Арбузный месяц август – это давно устаревший миф. Даже на севере Кубани бахчу начинают собирать в июле. Для гурманов радость, а для работников – настоящая страда. Примерно 10 прицепов в день они вручную наполняют тяжелыми плодами. Но в то же время гордятся своим трудом невероятно. Пузатых крепышей они лелеяли с самой весны и заботливо укрывали от холодов. Сначала кидается семечко, сверху натягивается пленка. Потом, как вылезла только дынька или арбуз, мы идем следом, прорываем, даем, чтобы он дышал воздухом. Обсыпаем. И вот он, получается парниковый эффект. Она вылазит раньше. Никаких гербицидов, ни пестицидов, ничего. Это все выращено натурально. Природа, земля, матушка наша. Сортовой ассортимент подбирают специально по срокам созревания, чтобы успевать с уборкой. Самый популярный – медовый гигант. За этим овальным арбузом с коркой без полосок в прошлом году выстраивались очереди. Но сейчас его срывать пока рано. Чтобы понять, поспел арбуз или нет, нужно посмотреть на усик и лопатку. Эти вещи находятся вот здесь, возле плодоножки. Усик должен быть сухим, и вот этот маленький гитарообразный листочек, как бахчеводы его называют лопаткой, тоже должен засохнуть. Вот этот арбуз уже точно красный и сладкий, несмотря на то, что маленький. Хорошо себя показали и сорта «Продюсер», «Ницца», «Кримсон Свит». За ними охотятся не только покупатели, но и разная полевая живность. Пневматические пушки на бахче стоят специально для непрошенных гостей. Не людей пугать, ворона загонять, чтобы мои арбуза вредность не делали. Клюнут они, заяц, ворона и это сороки. В Ейском районе активно занялись бахчеводством примерно 5 лет назад. Причем выращивают арбузы и дыни в виноградаре.
культуры из семейства тыквенных – лучший предшественник для винной лианы. Когда мы делаем первое дискование арбуза, после того, как мы собрали урожай, листья растения, плюс арбуз – это углевод, сахар, который… И в почве накапливаются хорошие бактерии, почва улучшается и способствует лучшему росту винограда. Впоследствии эти поля станут виноградниками, а арбузы переселят на другие. Полностью отказываться от бахчи винодельческое предприятие не планирует. Ярмарки уже привлекают и местных жителей, и туристов. У нас своих ярмарок штук 15 оформили. Мы сейчас потихоньку их открываем вдоль трассы. Есть Должанка. И у нас есть постоянные покупатели. Также мы поставляем федеральные сети российские. В этом году, несмотря на прохладные весну и лето, урожай арбузов и дынь обещают порадовать. С 240 гектаров соберут около 5000 тонн ягод. Сезон не закончится, пока не уберут самые поздние сентябрьские сорта. Виктор Дорович, ну как-то вот вы даже, глядя сюжет, да, по картинке, говорите, это наши сорта. То есть вы уже так визуально даже понимаете, да? Ну, да, видно шнит, я видел таманская дыня, в принципе. Да. Ну и такие сорта, которые люди их выращивают, потому что, во-первых, дешевые семена. И при любом складывающемся сценарии погодном они все равно дадут урожай. А таманская, это она занимает сегмент самое раннее. Практически вот на рынке на сегодняшний день нет такого сорта или гибрида, который бы созревал за 52-55 дней. То есть с ним можно выходить вообще первым на рынок. Так это сорта, которые вывели здесь, в вашем учебном заведении, да? В научном учреждении, извините. И какие вот такие самые ходовые, самые популярные? И почему вы говорите дешевые? Из арбузов на сегодняшний день, если сравнивать с импортными семенами, с импортными, да, конечно, наши на порядок дешевле. Но в то же время производственник, конечно, в первую очередь ориентируется на рынок, который требует. Рынок требует там свои, ставит рамки, значит, какой нужен арбуз, полосатый, круглый, цвет мякоти, да. Размер это обязательно, да. Соответственно, импорт может предложить, быстро и моментально реагирует и может предложить посевной материал, но это дорого. Наши семена дешевле, арбуз, конечно, сортовой, он по урожаю будет уступать гибридам, но в то же время он менее прихотлив к погодным условиям. И вот наши сорта, в принципе, на которые уходил не один десяток лет на создание, там 15-20 лет уходило, конечно, они практически не болеют, они адаптированы под наши условия. Вы самое главное скажете, они вкуснее? Сорт есть сорт, да, он всегда кушаешь, это арбуз. То есть он сладкий? Да, он сладкий. Но вот сейчас просят, чтобы мякоть, мода меняется, да, у нас много сортов с розовой мякотью. Сейчас мода пошла на ярко-красную мякоть, сочную, интенсивную краски. Ну, стараемся, догоняем. В этом году, надеюсь, все-таки по экспертной оценке примут у нас сорт юбиляр. В принципе, соответствует всем вот этим требованиям. Тонкая кора, полосатый, ярко-красная мякоть. А как понять, что это вот сорт, который вы сделали, а не который импортный, красивый, просто, но невкусный? Ну, когда я прихожу, я, если честно, я не разбираюсь, как понять, какой арбуз кубанский, а какой привезен, не знаю, из Кубанска. Ну тут где откуда привезен, сложно сказать. Да, нет, имеется а виду это как сорт свое дитё, все равно его узнаешь. Сколько ему бы лет не было, твое дитё. Ну это вы узнаете, я как потребитель, я же не знаю, спрашивать надо только интересоваться. Тут сложно, да. Ну, в принципе, на сегодняшний день это все, любая продукция, которая реализуется, она сертифицируется, предоставляются документы, и, в принципе, там указано, где их кто выращивал. А это то, что касается арбузов, да, то, что касается дыни и тыквы. Я так понимаю, что тоже селекционеры работают, тоже наши сорта довольно интересные и популярные. Да, особенно вот, ну, по дыне у нас есть такие позиции, которыми мы гордимся, и они широко популярны, они на сегодняшний день, будем говорить, представлены в большом объеме. Что касается дынного рынка, особенно поздних сортов, то это смело вот наш сорт Славия, который не поражается дынной мухой, и не надо с таким количеством работать пестицидами, чтобы защитить ее. Она прекрасная на вкус, урожайная. И, в принципе, вот на развалах в конце сезона, в принципе, только она продается. И фиопка, и она. Ну, так сказать, что по тыкве, конечно, тыква, это, ну, я считаю, что те, кто до меня создавал, и вот дальше работа, они создали шедевры.
которым уже не один десяток лет пользуются и будут дальше продолжать пользоваться. Еще при коммунистах под наш сорт витамина только в крае было построено более 20 заводов по переработке. Сырье, которое на сегодняшний день используется для производства, это самое важное, это детское питание. Угу. Потому что тыква не является раздражителем для желудочно-кишечного тракта, она не аллерген, и она является основой для большинства вот этих продуктов детского питания, тех же соков с мякотью. Но сейчас тыквы много выращивают, да? Да, да, большой сегмент. Потому что переработка поставлена. Да, она, по крайней мере, в этом все прозрачно. Ты знаешь, куда деть. С заводом заключается договор на определенный объем, под него выращиваешь, сдаешь, получаешь деньги. Ну и плюс сейчас, опять же, популярно стало питание. Вот ЗОЖ? Это вот, да, значит, фреши делают из тыквы. Она хорошо хранится, она может далеко ехать. Это не арбуз и не дым. Угу. Поэтому можно как-то растянуть свою, так сказать, уверенность в том, что по реализации найти, куда отдать. Производственник более, как говорится, в этом деле с тыквой попроще ему. Тем не менее, вы сказали, что вот мы гордимся этим, вот это шедевр. Но вы же не стоите на месте, ваша лаборатория продолжает работать? Нет, над новыми сортами? Да, работаем, конечно. Сейчас вот по тыкве у нас перспективы, мы на ближайшее время передадим столовый сорт. Значит, и из мускатных сортов это тыквы порционного размера, разные по форме. Хранятся прекрасно больше года, без всяких контролируемых условий. Вкусовые качества, конечно, на сегодняшний день, сравнивая с импортными, те, которые нам предлагают порционного размера тыквы, конечно, они уступают. У нас в первую очередь мы делаем акцент именно на вкусовые качества. Все-таки это ж кушать, это ж не просто покупать, не фотографироваться, не делать натюрморт. Угу. Это именно то для того, чтобы питаться. Ну и это с учетом того, что выращивать их в идеале здесь, вот на нашей земле, правильно? В наших погодных условиях. Да, это потому что у нас приходит рано весна, и для тыквы нужно порядка там от 90 до 120 дней, температура выше 10 градусов. Ее можно выращивать и севернее, даже в Москве. Но там это усложняется технологией выращивания. Надо выращивать через рассаду, надо создавать временное укрытие, накрывать пленкой или тканью, чтобы защитить растение. И в то же время, чтобы она успела созреть до первых морозов, которые у них приходят довольно-таки рано, в конце сентября. Уже. Кстати, наши сорта не популярны в других регионах? Не только в других регионах, в других странах. Я видел сам упаковку, американскую упаковку нашего сорта витаминная. А так, в принципе, ближние зарубежья, они выращивают все прекрасно. Вот, и витамин, и дружелюбный. Это на сегодняшний день сорт, который создали более лучший. Он больше набирает каротина, больше сухого вещества, не имеет подкоркового слоя зеленого. Сок получается ярко-красный, оранжевый такой, насыщенный. И самое важное, что он не имеет травянистого вкуса. Дети пьют с удовольствием. Детей не обманешь. Если трудно заставить пить морковный сок, потому что он сырой и пахнет землей. А тыквенный сок, особенно дружелюбный, пьют с удовольствием. Потому что вот эксперты говорят, что интерес к бахчевым растет и продажи увеличивается. То есть вы тоже подтверждаете, да? То есть, это хороший сегмент, да? На котором могут люди зарабатывать деньги. Во-первых, кто-то приобретает рабочие места, он может кормить семью. Хотя вот нерегулируем вот этот рынок и ценовая политика, многие, конечно, вот попадают по ценнику в самую невыгодную. Ну, тем более, как такой урожайный год, как в этом году, да, когда слишком большой спрос может, точнее, слишком много предложений. У нас 150 было. Миллионов, если правильно вот все это организовать, то, что выращивается здесь на Кубани, съедят с удовольствием везде. Ну вот еще о продажах, о реализации, о том, как и где в Темрюкском районе продаются бахчевые, достаточно ли ярмарок, достаточно ли продавцов. Об этом нам перед эфиром по телефону рассказал исполняющий обязанности начальника управления потребительской сферы Темрюкского района Алексей Карасюков. В 2019 году на территории Темрюкского района запланировано проведение 87 сельскохозяйственных ярмарок. На сегодняшний день фактически функционирует 58 сельскохозяйственных ярмарок, которые в том числе реализуют бахчевые культуры, такие как арбузы, дыни и прочую продукцию. Что касается модернизации ярмарок для удобства реализации сельскохозяйственной продукции фермерами, то изначально департаментами Краснодарского края
разработаны методические рекомендации, в соответствии с которыми торговые места уже имеют конструктивную форму, которая предусматривает удобное расположение на ней продукции. Таким образом, для фермеров и потребителей, которые приобретают данную продукцию, изначально уже предусмотрено удобство для осуществления торговой деятельности. Исходя из вышесказанного, то есть на сегодняшний день достаточно торговых мест для реализации фермерской продукции. Еще имеются добавок и свободные места. Все желающие в данный момент размещены и реализуют собственно выращенную продукцию. А есть задача уменьшить количество семечек? Ну, есть даже бессемянные сорта. Бессемянные есть, да? Но выращивать посевной материал, ну, это очень сложно. У нас на сегодняшний день очень недостаточно количество сотрудников. А мы вынуждены не только заниматься селекцией, не только создавать новые сорта, но заниматься еще и первичным семеноводством. И даже получать семена высоких репродукций, там элитные, для того, чтобы распространять их. И все это на наших руках. Поэтому есть свои сложности. От этого страдает только работа, которая держит нас идти вперед. Виктор Владимирович, ну не могу не спросить, все-таки вот как выбрать хороший арбуз, когда приходишь на рынок или на развал? То есть как? Ну это надо прям почувствовать. Это вам хорошо, вы специалист. Свой арбуз, да. Значит, в первую очередь, конечно, ну узнать, когда их привезли. Вот что говорят, что там сухая плодоножка, это он уже созрел, там на плите. Нет, он может от того, что месяц лежит, она просто высохнет, да. Конечно, он должен быть такой матовый. Хорошее должно быть пятно желтое, лёжкое, что он действительно вызрел. Ну, звук там вот характерный такой. Ну, я не знаю, как его передать, это же звук. То есть нужно найти свой арбуз, да? Да, и нужно взять именно... Я сам такой же, я прихожу, я не смотрю на маленький, я беру сразу огромный, хотя я понимаю, что его не съем. Поэтому надо брать такой арбуз, который ты съешь. И, по крайней мере, можно будет скушать семью. Оставлять арбуз на следующий день, ну, уходят там вот эти вот эфирные вот эти вот вещества. То есть арбуз это здесь аромат. И сейчас нужно, да, только, да? Да, спасибо, да. Спасибо огромное. Заведующий лабораторией овощевых и луковых культур Всероссийского дня риса Виктор Лоськов был на студии. Мы продолжаем эфир на телеканале Кубань 24. Оставайся с нами.